Друзья, всем привет. Зову, а он тут спрятался. Рудик. Реакция мгновенная. Что ты, солнечный кот? Ага, кто это у нас тут? Маша. Тут, господи, Маша, Люся. Ой, уже заговариваю, солнце напекло. Сегодня 29 градусов было. Вот так. И не знает, как же перед ней вот это и так, и сяк. Люся, ну обрати внимание на парня. Натя. Уже красивый. Так, о, инь-янь. Вот так, правильно. Собаки на улице бегают. Отвлекает. А Рудику пофиг. Тихо. Маша же реагирует на это все дело. Кто там? Рудик. Или все уляглась. Что, бетон прохладный? Да не, бетон тепленький. Только что зашли. Дружненько покушали. Рудик съел свою еду. Я-ка там положил вермишельку. С этим. С колбаской. Рудик проходит мимо. О, вермишелька. Опа. Ну так немножко. Такие маленькие рожки вареные. Покушал. И теперь валяется он. Люсю нюхает. Ты янтарный кот. Люся терпит. Сейчас как даст леща. Пошли во двор. Во. Тут получше. Тут тенек. Вот и гручий кот, а. Ага, конечно. Такие вкусняшки кушать. Любой кот будет игручий. Да? А хвост вообще, как у белки. Не знаю, что ему делать. Ага, так, камушек. О, камушком поиграет. Чему дитя не тешилось. Вот так. Рудик. Занимательный котик, конечно. Целый день сегодня у себя в гамачке провалялся. Выходишь на улицу, смотришь, провисает. Значит, Рудик на месте. Вот такой кися. Включили сирену. Ух, его пища. Ты звер. Так. А. Так, ой, когти вообще никогда не упускает когти. Ни передние, ни задние лапы. Ладно, друзья, пойдемте пройдемся. Тут Пуня намывается вместе с Люсей. Пуня, покушал? Ага. Ты зачем маленького еду съел? Она ж вкусная. Я так думаю, скоро будем эти грушки есть. Это молоденькая груша. Вот они уже такого размера. И они, мне кажется, уже скоро будут это раннее. Будем пробовать. Всего две груши на одном дереве. Пуня сытый идет. Так. Ох, он такой медлительный. Зато побить соседского кота это так. За здорово живешь. Да, кот мой сытый. Он худой, а тяжелый такой. Закончили сегодня покос травы. Важно так идет. Собакин сидит, ждет, бедолага. Жарко ему. Только что покушал. Вкусняшек немножко. Основная еда ему сейчас готовится. Вот, еще не успели провода убрать. Это я косил своей косилкой. А там он еще стоит. Маленькая. Бош. Такая миниатюрная, электрическая. Ну, хорошо. Вот, навели порядочек. Там было несколько высказываний по поводу того, что траву должен косить мужчина.
Я не против. Вот это все здесь, под абрикосой, выкосил я. А дальше, вот смотрите, соседский участок заброшенный. Вот это все, вон там дальше. Вот это все амброзия. Сейчас ветра нету. Я как бы немножко так свободно выхожу. Это все заросли амброзии. Ее пыльца даже при попадании на тело вызывает аллергическую реакцию. Поэтому, ну, кто аллергик, тот понимает, о чем я говорю. Поэтому, друзья, если вы не знаете, воздержитесь от комментариев. Будьте так любезны. Так, пойдем дальше. Ждешь, собакин? Пошли. Вот тоже. Смотрите, какие ништяки. Я сюда заходил позапрошлом году. Мне давали препарат специальный, который убивает. Не помню, как он называется. Пшикаешь, и он сушит траву. Я сюда надевал респиратор специально. Заходил сюда, пшикал. Одевал рукавицы, чтобы на кожу не попадало ничего. Ну, видите, а вот он и не там. Вот эти вот клены, или не знаю, как называют, ясени. Все это я вырубывал. Ну, нету хозяина. Боремся как можем. Ладно, не о том речь. Пойдемте пройдемся. Не обратил внимания на кота своего. Думаю, кто тут трется, а тут моя кисюня. Мой сымик. Ух, котейка. Тоже. Если бы мы его не купили, все, ему был бы хана. А так спасли. Да, кися? Купили его за 200 гривен, если не ошибаюсь. Потом еще отвалили, не помню сколько. Но оно того стоило. Вот такой потешный, прикольный. Так, это еще один мужик пришел. Пуня. Так, глажу я тебя. Пойдем. Тут такой ветерок, но теплый. Сегодня жарковато было днем. Говорят, обещают за этот жаркий сентябрь по поводу температуры. О, Господи, смотрите, сколько травы всплыло. Обалдеть. Видите? Это ж она как бы, наверное, насыщается, ну, не знаю, чем-то. Раз она всплывает наверх. Да, друзья. Только что звонили мне с Ирландии. Валерий, спасибо большое за помощь. Отправил посылку котам. Вот мы не знаем друг друга. Человек просто помогает безвозмездно, вот, на ровном месте. Спасибо огромное. Спасибо всем, друзья, за помощь. Этого не отнять. Да. Сползаются коты потихонечку. Ух ты мой, иди сюда, иди. Жарко язык вывалил. Ну, сейчас потеплеет, потеплеет. Повечереет, будет прохладненько. Ладно, друзья, пойдем мы. Сегодня Маковей. Начинается Спас. Поэтому потихонечку мы его, ну так, поедим меда. Ну, медовый Спас 19, по-моему. Куда пошел? А мед у нас есть где-то литра 4,5. Хватит. Все, друзья, остаемся на связи. Всем мирной ночи. Всем добра, благополучия, друзья. Всем пока.